Приветствую всех. Ну что ж, посмотрим темную версию истории. Так, тьма на свету. 11 Сареха, год Василиска. Как же темна ночь, окутавшая эти земли, и как яр должен быть свет внутри нас, чтобы тьма отступила. Я говорил о Шаг-Архом и другими генералами. Они не до конца меня понимают, но в глубине души я надеюсь, что однажды поймут. Они преданы мне и делу, и сделают все ради спасения наших братьев и сестер, как и любой из нас. Так было всегда. Мои подданные безоговорочно мне доверяют, но дело в том, что мы должны измениться. Мы заслужим безопасности, мира и восстановления нашей планеты. Достойные люди могут помочь нам на пути к этой благородной цели. Мои братья и сестры, я должна помочь им понять. Ахваша Рахза Шалоре. Только вместе мы выстоим. Я не знаю, почему те, кто это пишут, думают, что это уместно. Но просто, по идее, это страница из дневника, написанная на родном языке того, кто этот дневник пишет. И вставка вот такая вот, вот такая вот, она смотрится глупо. То есть одно дело, когда, допустим, в диалоге персонаж на эмоции переходит на родной язык. И другое, когда вот вот такое вот. А, ладно. Надо улучшить замок Катворуни, уничтожить лагерь Тимонаку, а это может затянуться. Да. Ладно, поползли. Если что, с миссиями мы уже знакомились, так что более-менее сориентироваться, наверное, сможем. Шагарх, мой воевода и добрый друг, я уверена, что мы должны заключить союз с благородными людьми. Что мне сделать, чтобы остальные разделили мое желание? Мой народ любит меня, но мне нужно, чтобы они поняли. Выживание, Шальхира. Вот главная цель нашей расы. Захватывай новые острова, строй города, собирай армию для защиты границ, ищи сокровища, спрятанные на болотах. Будь адской пророчицей, которой мы все восхищаемся. Пророчица, я тоже хочу тебе помочь. Когда будешь расширять империю, последуй моему совету и строй густую сеть островов. Так безопаснее, лучше для экономики. Спасибо вам обоим за мудрые советы. И нас вот так вот весело кинули, вообще без ничего. Говорится, пророчица, я вот шиште, а не ресурсы изначально. Так. Ага, глупость сделаем. Сейчас немножко поголодаем, видать. Ладно, успели. Пока что. Так, это потребует рыбное хозяйство второй ступени. Улучшить замок лишним не будет. Так, оборону пока еще нельзя. А, да, кстати. Ресурсы. Их же надо найти еще. Ага, то есть по умолчанию нам вообще нечем защищаться. Хорошо.
С деревом, конечно, скромно, но, как мы помним, больше здесь требуется всегда камень. И еще хватает, это хорошо. С налогами, конечно, скромновато. Что? Уже? Да уж, варвары. И да, заклинания точно те же, что и были раньше, просто иначе называются и иная цветовая палитра у них. Так, ускоряем. В смысле, не добили, что ли, одного? Так, ладно, камня вроде бы хватает. Немножко на налоги перекинем. Так, не дом. Рыбная. Рыбная, замок. Замок, монетки. А, еще рынок. А рынок тоже требует монетки. Хорошо, так. Лагерь. А, стоп, мы так же и не возвели. Пророчица, я принес дурные вести. Группа эльфов сбежала из твоего королевства. Розетка донесла, что они примкнули к стадийскому культу Карх-Шахир, о котором мы слышали ранее. А нет, Шагарх, ты же знаешь, что темные чары творят с нашим разумом. Вероятно, они подчинились тьме. Я знаю, но они по-прежнему наши братья и сестры, и мы не желаем их зла, но я боюсь худшего, мы должны действовать. Это зря. Просто автоматически уже выбрал этот момент. Хотя сейчас, учитывая количество островов вокруг, у нас нет возможности создавать передвижные платформы.
Так, еды не хватает. Ускоряемся. Так, Тирида хватает. Усовершенствуем домик. Так. Ну, я так понимаю, на всех бойцов нужна будет сталь. А, да. Так, 4 нам не хватит. А, можно еще усовершенствовать. Теперь должно хватить. Хорошо. Так, уже усовершенствовали. Ну ладно, про запас. Камня традиционно не хватает. Урон варварам. Так, еды немного. Так. Вот это вот может быть полезно. И вот это весьма хорошо. А, правда, нам для этого чердей потребуется. Это же ритуал. Ну, колдунди, в нашем случае. Кстати, да. Лучше не забывать про вот такой вот момент. Так, не хватает камней и древесины. Ух, сильно проседаем по налогам, но ничего страшного. А, да, сталь. 7 единиц. Я не сталь, что ли, закупил? А, ну да. Ошибочка вышла.
Так вот. Что ж. Добываем все золото. Так, ускоряемся. Стрельмы забыл про этот момент. Но опять, с моей точки зрения, если игра сделана так, что приходится постоянно ускоряться, что-то как-то она, значит, криво сделана. О, начались открытия. За пределами нашего радиуса, кстати. Надо вот проверить. Дотянемся ли мы, когда увеличим сеть. Потому что если нет, ну, значит, боту прописали читы. Ну, а так, пока что лучше реформу небольшую сделать, чтобы с налогами было не так печально. Его не хватает. Ладно, ускоряем. В этот раз даже пауза не сработала. Просто по умолчанию сражается. Ладно. Ну да, одной колдуне долго приходится возиться. Все, ресурс найден. Собран. Так. Не забудь исследовать все, что есть. А вот здесь можно сталь получить. Ну и так, хоть несмотря на высокие затраты и длительность. Так, все забываем. У нас же надо еще и замок до 5 уровня усовершенствовать.
Давайте сталь быстрее добывайте. Так, кстати. Мы хотели сеть проверить. Правда, сейчас портал сломан, мы не видим, куда он тянется. Ну вот, будет интересно, дотянемся ли мы. Когда они перепрутся в очередной раз. Что? Золото? Эй, мне нужна была сталь. Видимо, золота оказалось чуточку больше. Ну ёпрасоте. Ну, здесь как минимум дотягивается. Давайте в туман. Правда, куда-то сюда ведет. Мы обнаружили остров на болоте, где поселились члены культа. Они нападут на нас, если мы не дадим им отпор. Моя госпожа, вы плачете? Ну, все ясно. Я не могу позволить им навредить моим подданным. Я не люблю насилие, но они не оставили нам выбора. Иди, Шагарх. Ты знаешь, что нужно делать. Вот, теперь у нас сталь наконец появилась. Усовершенствуем замок. Да вы издеваетесь. Отстаньте от хижины, гады. Кстати, они напомнили, что мы же не построили. Ну, вот сюда библиотеку поставим. Так, что у нас тут есть? Больше пищи. Хотя, ну да, пищи сейчас не хватает. Расчет вышел. Ну ничего. Ага, это уже максимальный. И все равно не хватает. Не то. Да уж подзадолбали, ну сейчас слова. Меня больше интересует, сколько ж нам требуется
всего вот этих вот структур, дабы снабжать один остров с тремя домами. О, снесли таки. А, нет, просто дерево кончилось. Ну и, в принципе, получается... А, нет, мы можем этот остров использовать для застройки под домики. Но не раньше, чем выясним вот этот момент. У нас тут уже... Раз, два, три, четыре, получается... Пруда. И их не хватает. Два и пять. Будет четыре, то есть опять же недостаток. Ну, короче, можно вот тут вот. В нагрузку. Но я не уверен, что по итогу это окупается в плане того, что мы получим. А, так. Все, пока что нападений нету. Давайте попробуем к ним в гости смотаться. Не хватает камня. Кровавый прокатя просто исцеляет. Даже те же показатели, что и усиление. Один из трех лагерей уничтожили, это хорошо. Ждем очередного нападения, чтобы выяснить, откуда они придут в следующий раз. Ну, перебор, конечно. А, уже усовершенствовано. Ускоряемся. Реформа. Ага, камушки, а мы не сможем их приобрести, потому что заблокировано. Так, а откуда они приперлись? Сейчас еще разок. Один на этом острове. Один на этом острове. Хорошо, главное не забыть.
усовершенствуем. Да. И по итогу нам потребовалось 5 прудов и одно хозяйство. Ладно, так, для проформы. Все равно остается вопрос, а каким макаром у них без науки появились технологии, чтобы кидать за пределы базового радиуса заклинаний порталы. Ну хорошо, хоть сами заклинаниями не дубасят, а то от разработчиков порой чего угодно можно ожидать. Так, ускоряем. Хорошо, рейд завершен. Они отходят. В смысле? Вот же выбран остров. Что не так? Ого. Не веди себя, адское пророчество. Уничтожить культ Кар-Шахир — тяжелое, но верное решение. Однако я хочу предупредить тебя, прежде чем ты совершишь роковую ошибку. Слушайте. Не сейчас. Мы еще вернемся к этому разговору. И не единожды. Ну и... Да, осталось только достроить замок. Так, а откуда у нас появились алмазы? Ну, появились так появились. Ты поистине талант, ты лидер Шархира. Твои действия возрастили в народе доверие, и теперь мы готовы заключить союз с людьми. Как же я ждал этого момента. Я сердцем вижу вечный мир за благородными людьми. Ты тоже видишь Ока? Шархира, людям нельзя доверять. Они тебя предадут. Они убьют вас всех. Но, тем не менее, миссия выполнена.